Так, проходите. Кто желает присоединиться к собранию нашему? Что, не молились еще? Да? Нет. Давайте ступим. Давай. Царю небесный. Царю небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровище благих и жизни подателю. Приди, всевесенны и очистены от всякие скверны, и спаси, блажи души наша. Отец наш Небесный, молим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови наше собрание. Даруй нам, Господи, чтобы здесь звучало только Слово Твое Святое и толкование святых отцов наших православной церкви. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты через святых мужей оставил нам столько мудрости и знаний на этих святых страницах. Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Засаживайтесь. О, вот, отлично. Попросили. Значит, ну что, как батюшка сегодня в проповеди сказал, что убыло... Прошло половина поста. Златоуст. Да, я Златоуст и словами батюшки нашего. Ну, хорошо, что убыло половину грехов. Вот батюшка сейчас нам еще продолжит наставление. Наталью награжу. На священие отдавала батюшке. Молодец. Всех Христос, всех замолил. Оставайтесь тут все. Тихо. Я как говорил, я... В поездке был в эту неделю в Тюмени и в Тобольске. Было в Тобольске. В Тобольске я был настоятелем 2,5 года. Это 80-й, 82-й год. Вот. Ну,
из тех, кто был, встретил я только троих живых. И одна упокоилась в этот день, когда я приехал, псаломщица, которая была псаломщицей, когда я служил. В этот день она умерла. Да, и я там на панихиду как раз пошли, мы панихиду там послужили у нее. Она была Елена, а сейчас она монахиня Ксения. Мы сидим у секретаря, разговариваем, и ему звонят. Умерла, говорит, Ксения. Я говорю, а кто такая? Так она, говорит, была псаломщица Елена. Ну, я-то не знал, что она монахиня. И двое священнослужителей, с которыми я служил. Когда я был настоятелем, второй был отец Михаил Князькин. Он после семинарии пришел молодой, он 11 лет меня, по возрасту моложе. И диаконом был у меня Анатолий. Сейчас он архимандрит Зосима. Вот двое это. Но отец Михаил уже он не служит там по болезни. А отец Зосима, он духовник семинарии там, ну и епархии. Такое. Ну вот, повстречались, пообщались, там я поисповедовался. Вот. Конечно, многое там, очень многое, что изменилось. Где был раньше музей, там сейчас там отдали это церкви. Весь этот кремлевский, как говорится, ансамбль зданий, все переданы церкви. Там семинарский корпус, и монашеский, где там они, там и архиерей, где находится. Вот. Храм, который был рядом, там Софийский собор, он был закрытый. Внутри все было там разрушено, то сейчас его там вот реставрировали, так что очень внутри вся роспись такая, взяла такая иконописная вся роспись, скажем так, как старообрядческая. Того, значит, письма, все расписано, хорошо расписано так. Там у них семинария, 10 семинарий. Кроме того, у них гимназия при... Здесь при епархии гимназия. Напротив храма была там тюрьма, Тобольская тюрьма. Это была одна из самых таких известных тюрем. За все время вроде бы не было, говорит, ни одного побега там из нее. Такая хорошая тюрьма была. Да. Ну вот и большую часть тюремных этих всех помещений также передали для церкви. Там гимназия расположена, вот, где был административный корпус. Что-то сказали, по-моему, около 300 детей. То есть дети с разных мест, там, дети разные, ну, определяют туда на полном содержании и парихальном содержании. Вот дети такие, что и благополучно, и неблагополучно, всякие. Стараются сделать и всех благополучными, чтобы были. Вот. Ну так вот, мы недолго. Я, приехали мы после обеда, после полдня, и уже на другой день мы уже к обеду должны были выехать назад в Тюмень. Ну и из Тюмени я уже выехал, так вот и все. В Ишиме сделал короткую остановку, там у сестры посетил, и все. Так, в дороге все было благополучно, никто меня не обижал. Вот. А в вагонах, в билетах продают билеты, и говорят, курить запрещается. Но как курили, так и курят. Курят. Где, если проводник там построже, вроде бы там гоняет, так они не в тамбуре, а между вагонами выходят, там это между вагонами есть такое, между вагонами курят, ну а дым-то все равно идет. Там агеды прямо в тамбуре как курили, так и курят. У нас, видите, законы выпускают, хорошие, как законы, но исполнения нет законов. Никто не следит за соблюдением законов, чтобы как. Курить запрещено, написано, под этой вывеской стоит милиционер, курит, другие курят, под этой вывеской прямо над головами. Курить запрещается в этом месте. Видите, никто этого не исполняет ничего. Ну вот так вот, значит. Ко мне какие вопросы есть? Следующее воскресенье у нас будет 22-го, я буду там дома. 29-го здесь буду, готовьтесь к исповеди. И, наверное, воскресенье еще до Пасхи. Два воскресенья, я буду здесь. Значит, если жив-здоров буду. Вот так вот, готовьтесь, значит. 29-го и перед Пасхой там какое будет, наверное? 5-е. 5-го числа, значит, 4-го, 5-го, значит, день будет, накануне верного. Так, батюшка, по приметам вашим, как считаете, на Пасху там, что будет? Проехать можно будет? Ну это не ко мне вопрос. Нет, я-то как раз к вам.
Я-то по приметам, я не говорю, что я бы это сам понял. Сегодня приметы эти, брат, не действуют. Если раньше говорили, наши еще отцы, вот если так, то будет такая-то погода, и вроде бы как бы сходилось. А то сегодня это ничего, все перепутано, поэтому... Были такие уже люди, которые в годах пожилые, это те еще, вот, когда я был моложе, это, допустим, уже они говорят, не совпадает. Если раньше было, как-то они рассчитывали, а если на такой день такой-то, то там, если зима такая-то, лето должно быть такое-то, там это, вот, понимаете, то сегодня это никак, все, никак не действует, потому что это зависит от человека, то есть все перепутали. Говорится, чуть ли звезды не перепутали только, а так все уже. Но там дыру образовали, там взорвали так, что, говорит, там, говорится, полземли сотряслось, а такие взрывы там делают, все это, оно ж бесследно ничего не проходит. Но ни один даже, говорится, брошенный окурок или пакет, он бесследно не проходит. Где-то попал, это отравило, кто-то его, может, там рыба какая съела там и прочее. Все это... Идет от нас, от людей, что мы все это отравляем и делаем, поэтому все теперь, поэтому не знаем, что, как и будет. Вот. Бывало по-всякому, что. Я помню свое детство, когда какие морозы были. Сегодня нет ничего таких морозов. Морозы были такие, что ты идешь на дороге, ну тогда конно больше лошадями ездили, то дорога укатанная, и на дороге лежит там глыска лошадиная, там, ну, помет. И такой, может, смотришь, она. Раз и подпрыгнет. От дороги прям подпрыгивает этим. То есть мороз она как-то отцепляет, она подпрыгивает. Воробьи, говорит, летит воробей, там на лету замерзал. Сегодня нет у нас мороженых воробьев. То есть погода меняется другая. Как будет, увидим. Все равно. Тебе-то что беспокоиться? Тебе не сеять. А, ну тебе да, там тоже землю ковырять это. Да. Ну да, да, мне это как раз сильно. Но. А так, ну как будет, так и будет. Как Господь даст, так и... Господь посылает нам ранние и поздние дожди. Мы только должны, как говорится, воспользоваться этим и быть благодарными за это. И все, снегу много. Как будет таять? Ну. Не знаем, как будет таять. Земля талая. Под снегом земля талая. Значит, может быть, если будет постепенно таять, то... Может много уйти в землю. А если резко будет тепло, то все скатится, все плотины порвет, там ничего не удержит. И все. Нас не потопит, наводнения не будет, но будет тоже неприятности какие-то. Еще вот вопрос там о Игоре Барабаше сказали. С какой интенсивностью молитва должна наша идти, или как там дела-то вот эти все у него? Помогать ему еще молитвенно продолжать? В молитве мы всегда должны друг другу помогать. Я сходеваю. О чем ты имеешь, что его... Ну, я не знаю, я в эту неделю-то не был дома, я не знаю. Он там документами ему приготовили, он там должен был отдать. Но это рано, еще неделя, там, наверное, побольше должно будет пройти. Ну, то есть там продолжаем, будет да. Продолжаем там он молиться. Что? Он в прокуратуру, наверное, должен будет там, или в суд куда там. Прокуратуру, значит, сейчас заявление он передаст в прокуратуру, а там как они отреагируют. Видите, милицию передала, милиция его опросили, а он такой, ну, человек, да нет, тот, который этот, вот. Как его? Картошкин. Его фамилия Картошкин. Вот. Он оказался неблагонадежным. Он наоборот на Игоря. Что это вроде бы Игорь виноват. И он, я ничего не брал, а это он так на меня, значит, это и все. Вот. А милиция-то говорит, так он это, ну видите, мы не можем ничего сделать, и он не сознается. Если бы он сознался, что это, тогда бы, говорит, мы что-то могли действовать применить. А он не сознается, поэтому мы, говорит, ничего не можем. Или как, сделал преступление, ты должен сознаться. А если не сознаешься, то милиция говорит, мы не можем ничего сделать. Ну вот так вот. На этом пока все. Так, еще что ко мне есть? Какие? Ну все, тогда я поехал здесь. В одно место надо срочно. А как его звать, этого Картошкина? Можно о нем помолиться тогда? Да, это молись просто Картошкин, Господь знает. Не, ну это понятно. Господи, пробуди совесть Картошкина. Картошкина, да. Да. Даже интересно. Произрастет, а, может. Да. Картошки, да. А где это? Валентина Чернявская. Вот, а вот сзади. Сзади. Да. Александр Иванович передашь. Ну вот, кстати, о... Ну вот о курении раз батюшка сказал, просто мне на память пришло по
ну, по радио там, в новостях, задали такой вопрос, что говорит, вот закон это вот приняли, а исполнения нету. А кому задали? То есть тому, кто должен контролировать все это дело, то есть, ну, наблюдать за курящими, это милиция, контролирует прокуратура исполнение вот этих всех законов. Вот, вот он и говорит, что ну, милиция, в принципе, ничего и не сделает. Ну, сложно человек, а этим должны заниматься мы. Мы. Видишь, человек курит у двери, подойди, скажи, если не боишься. Если не боишься. Вот я бы добавил. Вот даже на работе у нас, вот, ну, ну есть там курящие люди, но мы их, то есть не мы, а сейчас их донимает, слава Богу, кризис. То есть денег не хватает, бросают курить. Через деньги, я говорю, ну это ты ненадолго, сейчас тебе зарплату подымут 5-10 рублей и все, и, ну в тысячи имеется в виду, и ты опять эту соску возьмешь. То есть вот в чем дело. И вот если мы будем наседать, у нас производство опасное, газовое котельное, там малейшие искры взлетели на воздух, может быть такое. Тем не менее курят без страха, без страха вообще нет, ни Божия, ни человеческого, никакого. Закон-то для них писан, кто курит, для нас-то он не писан, мы не курим. Поэтому закон обнажает грех. То есть вот в чем дело-то. Вот, теперь у кого еще, братья, есть духовное назидание, может быть, кто-то что-то слово имеет сказать по прошедшей неделе, по службе, по проповеди. По службе, ну, как бы это уже уходит у нас, но все равно наблюдайте за собой возглас к оглашенным, который батюшка. Оглашенные главы ваши Господу преклоните, и братья верные преклоняют голову. Они выходят соглашенными. Ну, наблюдайте просто, это благочестие, что ли, церковное должно быть. То есть это, ну, я думаю, так вот, я, у меня тоже раньше проскакивало, ну, может быть, и сейчас кто-то заметит, скажите, что это, ну, как, ну, плохо молитва, значит, идет на службе. Ум везде, где попало. Хорошо, если к горнему. А в основном-то по земному ходим. Вот, брат, хотел. Ну вот на том воскресенье хорошо получилось. Брат у нас приехал, вот еще Константин подключился на машине. Мы поехали на площадь этого Спартака. Там людей оказалось много. Люди не спеша идут. Такое место хорошее, это не вокзал. Вокзал там конкретно можно опоздать. А здесь никто никуда не опоздает. Люди то ли купят что-то, то ли не купят. Церковь тут еще рядом, поэтому относятся нормально. Ну как, если только они не православные. Если православные, там проходила это с Покровского собора, такая высокая, она на клире преподает там, пение у них, любит очень. И она, я протянул Евангелие, она такая повернулась, таким ясным голосом мне сказала, а мы у еретиков ничего не берем. Так еще восторженно, по-моему, даже выпрямилась. Она так немножко сутулая от радости. Так что все так же мы в разряде еретиков. Те, кто ходят в православные храмы, они нас отлично знают, кто мы есть. Ну, поступило как бы такое к нам, ко мне лично, такой вопрос интересный открылся. Впервые я услышал. Не стал я батюшке говорить это. Ну, в общем так. Что мы в Московской Патриархии, причем утверждение такое, вы, говорит, в Московской Патриархии тайно и сами не знаете. Я говорю, как так не знаем? Патриарха нигде не поминаем, никак не общаемся с ними. А ваш батюшка, говорит, он уже в Московской Патриархии просто, уже туда сам зашел. Так как, в связи с чем это связано? В связи с тем, что Ларион тоже в Московской Патриархии. Я говорю, да как можно? Достают мне сайт Московской Патриархии, и там перечень епископов Московской Патриархии. И написано, зарубежная церковь, митрополит Иларион, Монреальский, Канадский. И дальше там РПЦ подпись. З-то нету, там РПЦЗ мы привыкли. Или ЗПРЦ там какая. А тут просто вот так вот раз в одной контексте. И правда кажется, что в перечне он МП, и все нормально, действительно. Я говорю, а как же, ну батюшка, а что же он тогда Иларион напоминает? Да, у него там есть специальные молитвы тайные, где он поминает там и патриарха, и все, что надо там в патриархии, воинство там эти и так далее. Специально, говорит, частичку вытаскивает, говорит, за все это дело. Так что
Нападки сатаны на нас продолжаются и будут продолжаться, наверное, пока мы тут все не перемрем. Сегодня стою, подходит на причастие, и наши сестры уже совсем-совсем старые. Уже кто как ходит, еле-еле подкрадываются. И я думаю, в одночасье община сразу помелеет, станет маленькая-маленькая. Не только от гонений еще и от вот этой несуразицы религиозной. Но им уже пора подходит. Но я хочу что сказать. Вот там есть сектантские занятия, ведут они там по спектру. Там геронтология называется, да, старости наука. И вот они там сидят, там, ну не только старики, но в основном. И ведет там бабка уже лет 80 с чем-то. И она ведет, и вот она эту геронтологию и муслюет уже. И так про стариков, она эдак. А я хочу сказать, что не в этом все дело. Старость, она тогда приходит, когда ты уже никому не нужен. Она может прийти в 20 лет тебе, а может и даже вообще ты только родился и уже стариком засох. Есть такой фильм, там этот Брэд Питт играет. И он родился стариком. И такая сморщенная весь. Интересно, главное, так сделали это все. И вот он наоборот растет, и потом в младенчество уходит. Вот это вот как раз такой человек. Одиночка. Ну, вот был я у такого человека вчера. Ну, там он кое-что с братом были. Я говорю, почему вы не хотите в обществе-то быть? А он наоборот, как изродился. Сначала был в обществе в свое время, помогал Игнатию Тихоновичу активно. А теперь изродился, один сидит, здоровый такой почти, как я, мужичище. И вот что-то в голове такое непонятное, несуразится, не может сам собой совладать. То есть, если поставить его сюда, он ни с кем не согласится. Вот такой характер человека. Я хочу сказать вам, сестры, вы у нас не такие. Вы вот влились плавно, и вот кровь Иисуса Христа очистит вас от всякого греха. Почему? Потому что вы в общении ходите во свете и помогаете так, как сильно. Занятия у нас идут. Знаете, как это вот футболисты лучше, говорит, играют, когда полные трибуны. И вот чтобы их наказать, там фанаты что-то там подрались, им говорят, будете играть при пустых трибунах. И все сразу. И там такие счета непонятные даже. Почему? Потому что, ну, публика, люди радуются. Ну, должен кто-то смотреть за тобой. А так, что там мячик пузырь гонять-то, непонятно. Поддержка. Да, поддержка какая-то есть. Это однозначно. Вот эта духовная связь через Библию с теми, кто ведет занятия, оно всегда существует. И мы, когда занятия ведем, вот у нас там, у меня там в доме, то очень хорошо, когда сестры есть. И сестры, слава Богу, собираются. Там через... Как говорится, уже жизни через пень на колоду. А все равно собираются, и вот они молодят наши занятия, хочу сказать. И сами тоже. И самим им хорошо. Поэтому давайте побольше собирайтесь ко мне. У меня там от остановки всего идти 10 метров. Пересиливайте себя. Соберемся побольше, чтобы вы, как говорится, последние силы свои отдали именно для битвы, может быть, духовной брани. Может быть, и это на детей как-то подействует. Как-то же должно действовать на них. Какие-то примеры. Я вот смотрю, ну нету опять молодежи никого. Мы пример никакой не подаем, что ли? Ну вот сейчас вот брать вот одну молодежь я вижу. Поехали сегодня с нами на благовестие. Но их никого не затащишь. Я-то действительно был на благовестии. Я беседую с людьми, там сектанты подошли. Бабушка какая-то пробежала. Вот эта православная встретилась. Ну, конечно, там не будут тебя за руку хватать и благодарить, и целовать. Дорогой ты мой, ты дал мне Евангелие. Этого нету. Понятно. И мне часто не нравится, когда у нас сестры так благовествуют. Подбегают что-то. Это вам, человек ошарашенный. Ну, бабушка, ясно, они не будут же тебя бить. А это тебе в подарок. Рассунули Евангелие и все. Я считаю, так не надо тоже. Вот это вам в подарок что-то. Это ни к чему. Давайте, если у нас есть Евангелие, это все слова Иисуса Христа о вечной жизни. Вы хотя бы там людей предупреждайте, что там написано. Хоть одно место писания оттуда приведите. Скажите, что это. А если человек пробегает мимо, ну дай Бог, дай ему визитку. Пускай бежит себе, пятками сверкает. Не надо за ним бежать. Что, другого не будет? А то у нас такое понятие. Становились. Что-то ты нас сюда привел, тут совсем мало народу. Мимо уже прошло 10-20 человек. Да ты пока разговаривал, люди косяками вокруг тебя вот так вот ходят. Ты успевай, поторапливайся. Как-то привлеки их там. Вот так вот повыше Евангелие. Евангелие, слова Иисуса Христа о вечной жизни. Кто хочет вечно жить, вот православная церковь. Ну так, чтобы это понятно было, что благовествуем мы.
Ну а то, что там кто-то скажет, это вы на публику работаете. Так вот это тебе как раз, чтобы не быть фарисеем. То есть как увидел камеру, Володя направил и сразу преобразился, как Володи нету. Опять камера. Сейчас я быстренько буду православным. Вы перестаньте это делать, а то, правда, поймают нас за этим занятием, что мы только на камеру работаем. А когда мы работаем? Я говорю, ну ладно, там, вы, говорит, ходите на камеру. На камеру мы походили. Ну, походили там, ну, час засняли нас. А когда мы ходили годами, десятилетия, когда мы ходили везде, по всему Барнаулу, все 12-этажки, люди открывали, вот такие стояли ошарашенные. Девочка стоит, какая-то там женщина, и мужик стоит, и я еще в своем облачении. И все с Евангелиями. Люди вот такие глаза все делали. Они прийти все не могли. Я думаю, что это был первая ступень. Еще разок надо пройти Барнаул, значит. Еще по квартирам идти. Сейчас сложнее, скажут, квартиры. Да, сложнее. Так оно действительно Царство Небесное, это силой берется. И употребляющие усилия восхитит его. А так что это совсем будет, город сдался и все, все раз. Ну ладно, мы христиане. Что там делать надо? Никогда такого не было. Ну поэтому я хочу вас еще раз подбодрить. И старым лад. Ну а те, кто имеет силу, ребята, ответите за себя сами перед Христом. Имеете силу? Давайте пока вперед. А то потом, ой, у меня ноги заболели, ой, в башке что-то звенит. Ну, конечно, будет звенеть, пустота уже наступила духовная. Я все сказал, помоги, Господи. Спаси Христос, слава Христу. Взбодрились маленько. Так, ну что, теперь о старости. О болящих о наших. О болящих. Это точно. Ну, все болящие все те же. Только Тамара вот глухонемая, второе воскресенье ее нет. Вот, пойдем, сейчас адрес вот есть, пойдем посетим. Так, помолитесь о ней. Помолитесь еще о Стефании. У нее сломан позвоночник, что-то с горки там она, и в больнице сломан, лежат. Что ли? Ну, там травма какая-то. Не знаю, да, пока точно. Лежит в больнице с травмой в шине, как она лежит. Молитесь. Стефания. Чья? Себастьян. Ну, сказала бы Бауэр, то что было. Профессионный перелом позвоночника у Стефани. На занятиях или упал, или что? На горке как-то, я не знаю. На горке. Ребята, ходите на горку на Ползунова 6, пожалуйста, вот тут горка. Больше нигде не надо. Сколько вот детей я слышу, что везде где-то, а мы там катаемся, там. Дайте сюда им одежду, пускай они катаются, но с такие горки делаем. Вот это вот хорошо, что сказали, что на горке, это будем мы помнить. Надо во веки веков записать где-то. И как только начнется зима, начну говорить опять. А то раз, никого опять на горке нету. Брат работает, им все время горку тут стелит. Приходят там, такие морозы бывают страшные. Брат, вот Валера, чуть не голыми руками вот заглаживает ее. И что? И никто не катается. Они любят эту горку. Это наша горка православная. Она все устроена специально. Там такие вот желоба, чтобы не выпал никто. Перила всякие, простите. Спасибо, Христос, за ваше напоминание. Ну да, техника безопасности должна быть во всем. Поэтому она, как всегда, написана кровью, техника безопасности, кровью, болезнями, любая. Да, поэтому по дороге ходите навстречу движению, если сейчас дороги очень плохие, снежные сегодня, да, она везде видна по городу, поэтому опасность большая. То есть над пешеходом висит больница, это в лучшем случае, а над водителем, ну, тюрьма. Виктор Андреевич, вспомните, в том году. Да, вот и все. Поэтому, мало ли, бывает нечаянно, задел, сбил, зацепил. А от водителя не спрашивают случайно, нет, ты виноватый. Поэтому думайте, а мы, ну, так, должны думать о ближних. Еще у кого что? Он и натихнет сейчас. Брат, Игнатий, можно, пожалуйста. У нас новый человек, Игорь, попросить, может быть, что-то есть сказать, как вы попали? Какая-то цель у вас, да, чтобы немножко люди запомнили вас. Вот. Какая цель? Как вы узнали про нас? Здравствуйте, меня зовут Борис. Игнатий Тихонович, я узнал, кстати, лучше, да? А Игнатий Тихонович я узнал через интернет. Я уже даже не помню, какой был запрос, но через YouTube. Увидел его ролики, начал слушать, в общем-то, мне понравилось. Ну и прежде всего обратил внимание на то, что
ну, как-то стало вступать в противоречие то, что я, допустим, знал до этого, вот с тем, что слышал. Может быть, даже какие-то проблемы, которые я внутренне чувствовал, вот Игнатий Тихонович mm-hmm. как-то стал так разрешать. Прежде всего, понял, дело упирается в каноны, в их несоблюдение. То есть, если соблюдать каноны, вроде сразу все выстраивается, сразу все идет по порядку. То есть вот этот принцип последовательности. Угу. Вот. Я, ну, как в самом начале стою пути. И поэтому к Игнатию Тихоновичу, да, сегодня, да, есть семья, у меня супруга, дочь маленькая. Угу. Слава Богу. Понятно. И, в общем, к Игнатию Тихоновичу конкретно сейчас я пришел, чтобы вот купить книгу, да. Некий такой приобрести путеводитель, с которым можно, ну, соизмерять свой дальнейший путь. Ну, спасибо, Господи. Спасибо, Христос. Борис, да? Борис, да. Борис, да. Слава Богу. Живу в Барнауле на улице Балтийская, рядом с храмом как раз. Ну, вы православный, да? Храм ходите? Да. Крещеный? Ну да, в Покровском соборе, ну да. Считается, что нарушение апостольского правила. Понял. Да. Ну, вот. Не было погружения. После. Не было погружения, да. Нет, то есть, же когда я был маленький, то есть в 91-м году, это примерно около 6-7 лет мне было. О, ну, поэтому, естественно, этап катехизации отсутствовал. И, ну, вот так. Вот, брат Игорь, сегодня как раз планируется раздача на Балтийской возле Иоанна Богословского храма, недалеко. Чего раздача? Ну, вот эти красные молитвы, Евангелие. Константин. Ну, вы две группы будут. Две, вы своя группа. Константин. Да, там Константин будет. Я, еще кто там близко живет, вот молодой человек, если захочет, присоединиться. Красные Новые Заветы. Сибирское благословение. А во сколько это будет? Только точно. После занятий. А, ну ясно. Угу. Вот на деревне бабушки. Европе. Понятно. Это подходи и ходи там кругами. Конкретно надо, если ты молодого человека приглашаешь. Время надо. А то на деревне мы дедушки. Мы сейчас поговорим после занятий. Спасибо. После занятий поговорим. Да, брат, сейчас еще скажите, хочешь сказать, добавить? Никто еще не согласовали. В интернете появилось тревожное сообщение. Заметили, что на каких-то совещаниях не было главнокомандующего Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И прошел слух, что у него был микроинсульт. Но в кремлевской больнице не было. Очень важное сообщение о шаткости. Буквально на ниточке, говорит, все висит. Все пророчат войну в России в этом году и может распад России. Это последняя ниточка, его называют этим словом. То есть большие надежды на него возлагают. И поэтому, так или не так, потому что тут ни один политолог не скажет, но усилить молитву, потому что это не просто где-то, а конкретно касается нас. Молитве. Кто молится ночью, прибавьте еще молитву. А чего просить надо? Ну, в первую очередь, чтобы этот человек не ушел из жизни без покаяния. Слишком много на нем задействовано. Слишком много для одного человека. Вы знаете, был тут мэр города Баварин Владимир Николаевич. Он входил в десятку лучших мэров России. И когда он погиб, а у меня близкие отношения были с прокурором края по Раскуну, я пришел к нему, ну и поделились мнением. Говорит, может, покушение было. Он говорит, нет, я ездил на то место. Ну как он мог так рисковать ехать? Сколько на нем было задействовано? Он не имел права так поступать. Если касается только мэра города, это страна, которая влияет все-таки на отношения, кроме своей страны. Вот вы услышали. Ну как молились, неизвестно, но усильте молитву. Потому что на него покушений, даже мы случайно узнаем, какие покушения. Я недавно прочитал, на Гитлера было 42 покушения. 42. И когда рассказывают, даже не верят. Он всегда говорил, меня хранит провидение. Вот узнали, где будет совещание, заранее определенно уже было. И человек проникал с черного хода и в колонии выдолбил специальное место, убирал всю пыль и туда заложил мину. И с какое время будет выступать, чтобы она взорвалась. А он назначил вдруг на 2 часа раньше и успел уйти до взрыва. И сколько раз было, стоит человек с пистолетом. В это время все стали кричать «Хайль», подняли руку, закрыли, и он не видит его. А человека тот уже вычислили и расстреляли. Когда готовились за Хаттабом, это, знаете, Сиордании был у чеченцев, не знали, как подобраться. И они готовили на него покушение 2 года и, наконец, достигли. Курьер, который носит письма, его на свою сторону перетянули.
и очень важное письмо проработали особыми ядами. Когда человек это письмо берет, притом целенаправленно, кто бы ни брал, никакого отношения не имеет. Но если возьмет он, именно он. Я так и получилось. Дали ему письмо, курьер принес. Он сразу удалился куда-то и стал читать. И после этого в страшных муках долго умирал. Если так сумели это сделать, они говорят, это все ГРУ, КГБ. То есть с той стороны работает не хуже. Стрелять умеют с помойки, с какого угодно места, больше километра. Так что я просто прошу, чтобы это имели в виду. Потом, чтобы не говорить, ох, я не знал, я бы молился. Иногда подходят люди, говорят, а мы чувствовали, как вы молимся. Я часто получаю такие отзывы. Вы, наверное, молились сейчас, прямо с других концов страны звонят. Молились, от нас это не зависит. Молитва наша никакой роли не играет. Это просто канал связи с Богом. Все и во всем Бог. А молиться за старей, за начальствующих у нас прямое повеление от Бога. Да, не такое, а таких и не было никогда. Хорошие цари, только мертвые. Как хорошая тюрьма, когда она по кирпичику разобрана. Да, я хотел еще сказать, вот существует определенная шкала, ну, насколько человек отдает себя. Говорят, в основном люди, ну, разум 100%, и 24% используют. Даже не верится в это, а 96% не востребованы. Но бывает, которые там до 10 развивают, как Павлов, там другие где-то. И вот у христиан тоже своя шкала. И, наконец, достигли такой шкалы, церковь канонизирует их и сразу говорит, так, чтобы больше никто не делал. Вот такая шкала бывает. В спорте я узнал точно так же. Человек достигает такой высоты, получает олимпийскую медаль, ну, там, звезду или что там у них есть, и сразу же Всемирный там комитет олимпийский вносит, чтобы исключить из списка этот вид, что этот человек делал. Это смертельно опасно. Больше никому, чтобы больше этого не делать. А его наградили, как вот я сравнил и понял так. Житие святого Гурия Самона Явива. Житие святой Драсиды. Христиан казнили. И император сделал следующее. Нам их приходится вылавливать, христиан, и жечь. А они радуются, идут в печь. Они построили большую печь, которую там кочегары разогревали все время. И рядом написали надпись «Христиане, избавьте нас от труда искать вас. Печь открытая, заходите в любое время». И христиане пошли, заходят, прямо в печь и сгорают. Это святая Драсида. И церковь канонизировала ее и сразу поставила. Этого никогда не делать. Ждать, когда тебя возьмут. А они узнали, говорят, сегодня арест начался. А где? Не знают. На какой на улице? На Пушкина. А он попал на Ползунова. Они ходят и кричат, где тут гонители-то? Мы здесь, мы вас найти не можем. А в спорте это была Ольга Корбут. Кто слышал ее? Зарядите в интернет и посмотрите, что она делает на двух турниках. После этого 5 раз прокручивает в замедленном темпе и отказываешься верить, что это можно было сделать. Ей дали высшую награду, там, олимпийская, и тут же включили, что этот номер никто что больше не делал, никому его не сделать. Люди будут умирать на этом. Она на двух турниках, с одного на другой, как переворачивается, становится на один, и даже только мелькнет, уже кверх ногами на другом уже стоит. Так что мы далеко от совершенства, но будем знать, совершенство главное, взирайте на начальника совершителя веры. Кроток и смирен сердцем. И всегда молился. И уходил ночью, Христос был в одиночестве. Это нам пример. Отошел. Да, вот видите как. И еще о Путине. Ну, сегодня передали, умер Распутин. Валентин. Писатель. То есть, ну, он как считается там, патриоты. Ну, фильм у него «Прощание с матерой». И «Живи и помни», «Живи и помни» смотрели, хороший фильм. Ну, как бы, есть о чем подумать человеку о своей жизни и прочее. То есть вот созвучно так. И еще утром, ну это так, слово может быть важно, не важно, но у меня утром проснулся и просыпался с мыслью, что Путин умер. Интересное дело. Только стало, Надя говорит, ну там новости включены, а говорит, этот раз Путин умер. А я раз-то не слышу, еще во сне, а путь. У меня аж холодно стало, думаю, неужели это так вот, ну, произошло такое. Нет, говорит, Распутин. Ну, слава Богу.
или нет. Ну, все по воле Божьей. Но привязываться тоже не надо. Хороший он, нехороший. Ну, при нем нам было хорошо. Мне вот хорошо. На пенсию пошел, там газ мне в дом провели, водопровод. Слава Богу. За все. Не Путину, а Богу. Ну, как говорят верующие, в церковь ходят. Ну уж, как верят. Одному Богу известно. Вот так вот. Любая власть от Бога. Правителю ему сложно. Понимаете, угодить надо на 140 миллионов. Ну, живущих в стране, россиян. А в мире всего 7 миллиардов. И вот попробуй каждому. Будь. Хотя считают, что самый, ну так, желанный мужчина из всех президентов. Ну, страны, рейтинг там всякий, женский проводят они. Вот. Еще у кого сестры есть что? Да, брат Виктор путешествующий. Молитесь, не забывайте, наш дорогой Виктор Андреевич. Тоже поедешь, Игорь. То же самое. Ну и вообще, молиться друг за друга, это первое. Настя. Спаси Христос за молитвы. Съездила, получилось, вернулась. Спаси Христос. Все нормально, ну что рассказать? У нас занятие вел голландец. Вот до какой степени разная психология. Вот он рассказывает, у нас на ферму приходят, вот он должен на ферму заходит помыться, переодеться в синее. В синей одежде он доходит до птичников, в птичнике он должен переодеться в белое. И там, говорит, такой психологический момент. Доска 20 сантиметров от пола, чтобы он не переобутый, не перешагнул. Голос сзади, да нам хоть метр поставь. Понятно. Ну вот и все такое. И самое интересное, что он рассказывает, вас, говорит, пока все хорошо, говорит, потому что вы можете использовать то-то, 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 то-то. Нам зеленые запретили все. Клювики обрезать нельзя. Птичку в клетке держать нельзя. И обязательно ей нужно сделать насест. И чтобы она перелетала. Вот. И говорит, вот, говорит, слава Богу, у вас этого, говорит, пока нету. Я, говорит, вам, говорит, в этом маленько, говорит, завидую. Но самое главное, то, что нас учили, ну не все подходит. Самое главное, наша была задача, это наладить контакты с другими врачами. Что мы, в общем-то, и сделали. Потому что мы все сейчас делаем методом тыка. Появились новые препараты, новые вакцины, новые, очень все новое. И мы просто обмениваемся, делимся. Мы даже голландцу рассказали то, что вот он не знал, не видел. Самое главное, говорит, вот дезинфекция, говорит, чтобы заразы, не, говорит, не было. А как, говорю, у нас это можно сделать, если у нас минус 37, нормально. А, да, вот это у вас, говорит, проблема. Ну, вот, короче говоря, такие. Ну, понятно. Заехала в храм на крови. Ну, там буквально у нас 5 минут. Больше, да, где вот был дом Ипатьева. Больше нас там, как сказать, не пустили. Там охранник стоит прям, бритый. Здесь и здесь все брито стоит. Нельзя фотографировать, нельзя. Вот. Возле храма зашли, икону поцеловали, поклонились. Все. То есть, короче говоря, 5 минут. Ну, а вот беседы духовным с кем-то были, нет? К сожалению, не получилось. Не получилось, да? Моему глубокому отношению. С глухонемыми, да. С глухонемыми получилось. По вокзалу ходили, с ними побеседовала, рассказала, но с ветеринарами это, да. С ветеринарами сложно. А в поезде? В поезде получилось, что у нас ехало очень мало. Очень мало, то есть вот у нас 4-местное купе, нас двое, там дети, там иностранцы почему-то, в общем, ни с кем не получилось. Ну, понятно. Любовь Николаевна. Благодарю за слово. Я хочу прославить Господа Христа за Его любовь к нам, за Его дела, за каждую душу, которая здесь находится, и молитву за всех, кто ушел от нас, особенно в последнее время. А еще хочу привести писание вот из стихотворной формы. Угу. Честно, преданно, послушно будем Господу служить. Непорочно, свято, дружно в грешном мире будем жить. Тьма неверия кругом, свет небесный понесем. И об имени Христовом людям грешным воспоем. Факел Божьего учения в тьму неверия понесем. И из мрака заблуждения Богу грешных призовем. Он желает их принять, грех простить и радость дать, и в своей любви безмерной их от гибели спасать. Господи, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое,
победы православным христианам, но супротивное даруя и Твоим крестом сохраняй Твой народ. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, безмерно велика любовь Твоя к нам. Помоги нам, Господи, чтобы мы не скрывались под личиной своих платков, женщинам, чтобы не стричь волосы, не красить их. Какая есть Твоя красота, такой Ты и прибудь пред Господом. Он Тебя преобразит, Он Тебе даст все, что необходимо для своей души каждому, чтобы спастись. Мое желание, чтобы спасти душу свою и близких своих. Вы все мне близкие, друзья вы мои. Слава Христу, вовеки слава. Благодарю Господа за встречи с вами. Простите меня, но мне нужно путешествовать в город Упцовск. Помолитесь и обо мне грешной, чтобы мне нести свет Евангелия и в этом месте, где только славянский язык, где люди не понимают друг друга. Страшно просто того, что у них нет радости во время поста. Простите меня, где я явилась соблазном кому, своим состоянием, меня постоянно клонило в сон. Слава Христу, но в сегодняшний день я благодарна Господу, что это состояние, можно сказать, прошло. Я не хвалюсь, а хвала Творцу, ибо только от Него, от Господа зависит, не всему свое время. Благодарю Господа. Слава Христу. Спасибо, Христу. Слава. Спасибо. Благодарю. Слава Христу. За молитву, за научение. Ну что, есть еще у кого что, сестры и братья? Давай, брат. Брат Сергей. Я вот в продолжении темы о животных, о зеленых, я уже говорил про это, но повторюсь. Вот в последнее время ко мне обратились конкретные две женщины, которые хотели усыпить своих собак, потому что поверили вот этим зеленым людям. Под видом добра они говорят, ни в коем случае не наказывайте собак. Ни в коем случае там, в клетку посадить, это же вообще это преступление там. Ну а собаки что? Они собаки, они животные, они на шею садятся и жрут этих хозяев-то, прям натурально. Да, да. Жрут. Поедом поедают. Девочку закрытый, Хабаровск, пожалуйста. Вот. Насмерть. Я как последняя, то есть они чудом на меня выходят, через интернет, благодаря вот этому даже ролику, вот помните, сколько поношений я. У меня был соблазн, брать. Потом думаю, нет. Писание говорит, чаще наказывайте, дабы впоследствии утешаться им. Я прям им клиентам, местами Священного Писания, чаще наказывайте, дабы впоследствии утешаться, говорит Святая Библия. Дьявол через зеленый говорит, не наказывайте животных, дабы впоследствии усыпить его. Дьявол лжец и человекоубийца от начала. Вот, и урагана моего знаете, чемпиона России, который я проехал, чуть ли не пол земного шара. Перед этим вам всем поклон. Он стал папой месяц назад. 7 щенков. И просьба помолиться, чтобы вот эти вот его детки попали в нормальные руки. Потому что вот сейчас у меня живет, опять же, его чадо. Назвал я его Тайфун, а тот Ураган. Ну, соответствует. То есть все на своем пути сносит, как... отдали. То есть люди купили его в свое время, посадили на цепь. Время прошло, поспали под снос. А в квартиру не возьмешь, он же мозгов-то нету. Квартиру, хлам, все растайфунит. И все, Сергей Павлович, забирай. Сергей Павлович забрал. Мучаюсь теперь. Вот помолитесь, чтобы нашлись нормальные люди, которые поверили, что надо через наказание дрессировать собак, а не просто так любить их и целовать. Понятно. Конечно, всему с разумом все это надо. Я называю, что поцеловать надо. Спасибо, Христос. Да, профессор Преображенский говорил, любовью. Любовью воспитывать надо. И чикнул по черепу мужика. Нормально. Все, братья, молимся. Достойно всякого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим,
без искления Бога слово рочую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити родину нашу от нашествия иноплеменников, от внутренних распри, от беззакония, которое в тайне. Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаются в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что скрыли имя Твое, Бог Иегова. Дух Святый, да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия Авва Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо. Песнопение, трапеза, очень вкусно и занятие. Очень вкусно. Сейчас пока выйдем. Оставайтесь. Ну, очень. Ну, очень. Ну, Коля. Реклама. Да не говори.